Всем привет, с вами снова я, Катерина. Сегодня я вам говорю что у меня появилось много фанов. И они в основном появляются в Аске. Анонимкой. Вот, чтобы вам доказательство. Я вам прочитаю несколько вопросов, даже их покажу. И меня тут попросили. Катерина Лавли, ты самая лучшая, я твоя фанатка. Пожалуйста, придумай название для своих фанов. Я очень тебя люблю. Прости, что я анонимка. Карина и сестра Настя, мы это на улице пишем. Да. Так, ой, мне так приятно, вы самая лучшая. Я уже придумала моих фанов, зовут Ловелевца или Катерина. Зовут... Без разницы, как хотите, так себя и называть. Просто фантазия не работает. Сори за вишни. Тот вид. Просто не лень было доставать камеру. Что мне еще было лень доставать? Тут было бы что. Ну, камеру доставать, штатив. Просто решил с ноутбука. Итак, я вам сейчас все покажу. Вот, где тут фаны. Так. Ладно, надеюсь, вам видно. Все причат, я вам сейчас топнули. Вот, который я вам читала. Самый первый наверху. Или давайте я воспользуюсь вебком Макс и зайдем в Аск через ноутбук. Там, конечно, будет фигово видеть, но ладно. Сейчас так будет лучше. Я войду сначала в него. Через ВК. Да, вот замечала я вот эту свою бузёвочку. Что-то бесит меня вот эту уже полярочку. Всё. Нашла. Так, сейчас тут лишним. Окей. Окей, все. Нашла. Сейчас какую-нибудь программу запущу, я не знаю, что тут делаю. Я вообще плохо. Ой, разбираюсь в этом. Что это? Что это такое? Во! Так, все. Вот, видите? Вот, особенно вот это. Катерина. Но насчет вот этого меня очень огорчило. Вот. Сама в себе все закрою. Нафиг. Ну, вы его, наверное, увидели. Я потом сниму, что находится на моей полкой, как я ее украсила. И почему я на ней не снимаю. А что вот?